тело покинул. Молодец. Рыба пока поставил, подумайте, можете сразу отпивать. Так, это кому колос убили, ведь? Колоса нежить. Сейчас еще их гляну. Колос нежить. Ну тут трэш тоже придется весь чистить. Хотим убить. Да, трэш сложнее босса. Царь, мы ходили его в пятером бить тогда, месяц назад. Как, прикинь, мы целый час на нем сидели. А тут, блин, вот я стал 4 человека добивать. Остальные подохли. Че, самолетик? Лепишь или за дом шкаф? Ребят, вытягивайте шарды, потому что они здесь понадобятся. Ты Танкадру говорил, резай лопососа, а он ищет ник лопосос и не может его найти. Это зима не летит. Что хочу сказать там... Сейчас посмотрю кое-что. Короче, это... Тём, смотри, если... Мы завтра, допустим, идем в око и падают плечи, то я могу сдать эти плечи и задонатить сразу тело. Завтра я в око не пойду. Ну, плохо. Да, а как ты сдашь плечи? Я в танке, если будет... Вот, блин, знал бы, задонатил. Ладно, бог с ним. Вот он, уже ауешка. Если будет ауешка, я прожму. Рейнджо, набирайте. Там, по-моему, все фишка в мобах. А, Войд, он кидает, короче, чуму на одного. Она висит что-то около 10 секунд. И когда она, типа, в конце тикает, она разбрасывает вокруг, в радиусе где-то 8 метров, на всех эту херню. И вот по всем идет эта уеха. Вот на мне она была, я заметил. Слушай. Жопа была. Че, ее диспалить надо? Диспелить нельзя, потому что она красным цветом. Жопа. Встали в кучу. Кучу встали в звезду. Быстро. Эти ебаные паразиты. Че, долго эти паразиты выходили? Да у них по 30 хп. А, сука, не успели. Ладно. Там потом убьете. Погнали дальше. О, кирюшечка хорошая. А ура воздаяние какой тратик поставил? Я уже поставил. Либо шипы на всех разбросай. Это короны. Тут где-то босс. Справа. Вон они справа стоят. Ага, вижу. Куча
мини-боссов, да? Или это трэш-босс? Магу пусто. 50 лет, значит, это... Там вроде Нага, Баба, Амаста. Нет. Опасный, как думаешь? Фурики с четырьмя кусками, Т5 пойдут с одноручками, да? С одноручками не знаю, но с Т5 это имба. Я еще только когда читал, когда предварительно написали, это настолько имба, что просто имба. Ему собираешь под 1000 хосты. Отошли, и... отошли. Просто 30 каплю. Покачи, выйди оттуда. Кровопускание можно взять, это пиздец. А от хасты зависит. Бивать будем, хант, шаман, жрица. Никит, я так уже понял, под хасту специально задумал Т5. Да, готовится. Да он это... и в этом, в Т10, в принципе, с хастой очень хорошо бы дал. А, давай потом. Дайте поставить. Идем. Да, Митис. А что, теперь с него? С тактикой на кого? Ну, я тактику примерно знаю. Или есть какие-то фичи? Так, по черепу играем. Рэнджу набрали от него быстро. Молодец. Также готовьтесь убегать. Набрали рейнджу сразу. Сразу набирайте. Бежали. Рэнджу набирайте. Не стойте в туче, РДД хилы. Рано, ой, рано. Вот сейчас надо было. Нет. Дим на хп можно кому-то дать. Зоил, Дим на хп. Царь, Дим на хп. Просто разойдите. Секунды. Или вы сдохнете. Грух. Разойдитесь, уронить чумак с кого-то тикает по всему рейду. На 2 секунды висит и сразу диспелится сама по себе. Так надо... Да нет, если ты находишься рядом с кем-то, она перекидывается на соседнего игрока. Поэтому разойдитесь. Это можно было уже давно понять. Какой у него рейндж? 20 метров, что ли? В воде. Не достаю. Слишком далеко. На самом деле, со всех боссов, которых мы убивали, ни одного я сложного не видел, блядь. Может, поэтому и убили. Мы, по-моему, одного убили. Не, я говорю и око, ну. Ну там, да. Ну 100 лямов было бы посложнее. Да все боссы несложные, если, блин, по тактике не бить и соблюдать. А ты мне скажи, на каком боссе тактика тут нужна, чтобы убили?
Как бы на всех нужно? Простейшее соблюдение. Реса. Сука, синдрагоса для вас будет вообще нереально убить. По сравнению с этими боссами. Все поменяем. Реса. Это надо правильно объяснить. В Дискорде я сделал канал Т5. Там будет информация по людям с Т5. Поднимаемся, бафаемся, прохиливаем. Ой, ну ты не загадывай, вдруг мы это... На недельке-то убьем этого, как он называется-то. Ну, убьешь, скажешь. О, господи. Кого? Келли. Ну вот, завтра поведешь и видит. Начинается. Хорошо, что общали. Не надо травить сером. Травить надо, только у меня нету времени. Все, поры. На проведение вам рейдинг. Пока чистим трэш, Маш, можешь. Артём, когда время появится, ты мне объясни. Ну, хотите, я уберу несколько РТ. Нет, дело не в том, надо брать, что, блин, пару. Как бы у тебя понедельник не такие, что выходные, просто надо бы как чуть-чуть по возможности. Выклики нахуй надо убирать. Ну, виклики это такое. Виклики на дневное время стоит. Ты понимаешь, из-за чего тут основной костяк вот этих держится игроков? Я сам еще, кстати, выклик не сделал. Я выклик не делаю уже полтора месяца. Вот плохо. У меня нету времени. Виталь, дело не в том, тут понимаешь, нужно чем-то игроков приманивать. У нас реально очень плотный график, который, ну вообще всех игроков, которые у нас здесь есть. Из-за чего здесь держатся игроки? Реально, я сомневаюсь, что в других гильдиях есть такие расклады. Войд хорошо вводит там, ну, соответственно, там по многим рейдам. Именно из-за этого. Не, ну если я лично вот захотел сюда вступить, когда увидел, как Войд... Рейнджер, набираем, ушли от моба. Ушли от моба, быстро. За чего ты вступил? Когда Войд и ВК рейдил, мне очень понравилось, как он командовал. Все четко, все поделилось. Сместились. Быстро выбежали с лужи. Ну я в других гильдиях, начала игры еще не было, я тут так. Не, реально, просто таких гильдий других нету, но дело в том, что многие, видишь, пользуются этим. Типа одеть твина своего, грубо говоря, там на викликах, а остальным пойти за дальшим приоритетом, как вот, не будем говорить, нашего бывшего танка. Так, она просто маленькая и глупенькая. Да не, просто такое, знаешь, писать, я набрала уже приоритет. Я сюда возвращался, я допустил. Я сейчас начну раздавать ГП, это раз за флут, второе раздавать муты. Пока я их не сниму, они не будут сняты вообще в дисе. Вы сейчас засоряете просто дис лишней информацией. Дис засоряется лишней информацией на боссе, а не тут. Тут нету разницы. Так. Хранитель глубин у нас ханжи, правильно? Целительница, шаман. А правый трэш не надо прочистить? Череп сейчас зачистим. Крест. Начинать чистить. Здесь, да. Потихоньку. По магу приоритет. Тем снесите кто-нибудь из АТД.
сразу в тотем. Как появился, тотем сливайте. Лишних мобов убивайте. Так, кто у нас пожирнее из танков? Хулипал, сколько у тебя частиц? На 40 метров или на сколько? Киляет? 40. 50 вроде должно быть. Если не больше, смотри. Да, да, да. Все правильно. Вы куда его ставили? Сюда? Угу, все, я понял. Так, дальше. По тактике. Мне нужен будет сейчас третий танк. Вот, скорее всего, это будешь ты. Далее. Или нет? У вас кто танчил? Хулипал. ДК? А не ДК не выдержит? Чё танчить надо? Босса или чё? Ну один будет держать босса. Один двоих. То есть череп крест. То есть с первого мы убиваем под Герой череп. Дальше мы сливаем крест. То есть смотрите, как мы действуем. По черепу играют все. А шамана у вас милишники били? Или нет? Значит, череп крест сливаем дальше. Милишники после креста идут играть на босса. РДД играет по звезде. Сколько тут танков будет? Три. Давай я на боссе буду тогда. Короче, танкодру, твоя задача. Ты забираешь звезду, идешь с холипалом. На метку, понял. Да, ставишь его здесь. Соответственно, холипал тебя хилит. Остальные 4 хила вам надо будет поднапрячь, потому что на двоих буду я. Соответственно, клыкач, эльрей, напуливайте жестко череп на меня. Да-да-да, я помню. А только какой чумой? Которая наносит дыма константом или нет? Как там чума? Безудержная чума или как у вас престы называется, который дымажит? Соответственно, первый. Хорошо. А этого череп крест где у вас держали? Здесь где-нибудь, да? Все босса можно. Чума. Босса можно будет. То есть, смотри. Череп крест там же держали? Где они сейчас стоят? На, короче, метку проставь, я тебе сестру. Ассист дал метку, проставь. Череп крест там. Или где, блядь, не вижу. Побеги. Вот тут, да, где ты стоишь. Все, я понял. А босс танчится там, где стоит или где? Угу. Так, дальше по особенностям на босса. Соответственно, босс будет печеньки. Вот где-то вот здесь вот будешь его держать. Дальше ваша задача.
по-быстрому нам надо слить череп, потому что этот хер кидает копьем рандомного человека рейди, соответственно, он его шотает. Далее, соответственно, ребят, все шипешники, если вы видите от креста, то есть череп это хант, крест это шаман, звезда это жрица. Соответственно, все шипешники, если вы видите от креста огненный тотем, вы все юзаете на него чуму. Надеюсь, понятно. Потому что иначе нас шотнет нахер. Говорю сразу. Далее. Соответственно, как по особенностям босса, то есть у ханта это копье, которое сливает рандомного человека в рейде, у шамана это тотем огня, у жрицы она дамажит в мили зоне, соответственно, дамаг там идет там жесткий. Соответственно, ребята, дальше, что мы делаем? Сливаем под герой череп, далее сливаем крест. Во время боя черепа и креста, присты, шипешники, вы следите за тотемом огня. Далее. Как убивают, как его? Череп-крест, милишники идут играть в повелителя глубин. То есть давайте на него кинем печеньку. Печеньку вы начинаете играть. Дальше. Соответственно, РДДшники. Вы начинаете на максимальном рендже бить этот жриц. Холипал, еще один вопрос. Милишникам, что там надо отбегать от босса? Вы все рейдом били приста? Там просто жесткий. А ты сможешь и вара поднять, да, и друида? Ну да, если он только на них будет. Погоди, смотри, соответственно, если ты Войд будет держать печеньку, да, а Мишка будет звезду, ты их прохилишь? Угу, хорошо, тогда Войд поставишь его вот сюда. И ну если милики сапроты выбьют, выпьют, может быть и вообще изи будет меньше. А били под сапротами или нет? А нахуй эти сапроты? Давайте так. Вот. Звезду поставишь. Далее обмен звезде. Так. Нет, квадратику. Выдам сапрот. Всем. Я лучше убью его с первого пула, чем потом буду нахуй вайпать. Какой момент? Ну? Как в Зуломане, да? А кто хилит там конкретно? Стопните, пожалуйста, пожалуйста, флут, можно стопнуть? Еще какой-то темп? Огненный? Первого касса каждые 20 секунд. А, то есть от тотема сразу отбежать или чё? Чё он там? Даем обмен, получаем сапроты, у кого нету. Угу, я понял. Давайте, давайте, быстрее обмен квадратику, получаем сапрот, пропиваем сапрот. Ну это миликом только, да, или вообще всем? Всем. Сейчас. То есть после убийства жрицы, я правильно понимаю? А, ну мы жрицу будем все сливать, я понял. Еще кому нужны сапроты, даем обмен квадрат. Соответственно, пока начинает РТД, подошли, тотем
появился, убили тотем, как его, бьем босса, через 20 секунд отбегаем, я правильно понимаю? Угу. Еще кому суппорт нужен? Остальных всех есть, я надеюсь. Маша пришла? Тактику слышала, нет? Ну, тебе хиль и в рейнджест. Рыбу просит. Сейчас рыбу поставлю. Рыбу поставил за квадратом. Я посмотрел, там хант пиявку кидает. 50 тысяч за 10 секунд. Она шотает, мне сказали. Ну там написано за 10 секунд. Ну, будем чекать, соответственно. Пиявка, она магическая вроде, наверное, надо дисфолить будет. А, это ж яд. Или просто прохиливать. Ну, посмотрим. Ветерок какой? Ну, вихрь какой-то, типа как на этом... На Зул'джине. Ты на Зул'джине, только он подбрасывает вверх. Он дамажит или нет? Ну, когда приземляется, походу дамажит, ну кто его знает. Он в тебя стреляет, ты чё? А, ну все понял. Ладно, посмотрим сейчас по тактике, чек на готовность. Распределяет, нанесет 13 тысяч урона пока, нет. Вот тотем там жесткий. Я думаю, это за 40 метров его этот, убивать сразу можно. Mm-hmm. На первой фазе. Так, главное дайте подставить сначала. Сразу не вливайтесь. Ты череп будешь в череп вести, да? Череп, крест, я буду вести его сюда. Mm-hmm. Так, я заагрил. Сопроты пейте. А чё ты? Пропили сопроты. Все готовы, даю отчет на пул. Я первый заагрю, потом заберете. Ну, первое копье пошел. Второе копье. Блять, я сказал, дайте довести. Геру дали. Играем по черепу, быстро. Карочка, БР Турбойса. Маша, БР Хекслова. Вой, дай прожимку по всем. Тотем. Пиявка не шот. Нормально. Тотем! Нет. Ну, вихрь говно. Че, ревностный пропал? Да. Похил Мидвея. Значит, сдохнул. Я пока не могу эту способность. Присты, чумой, тотемы сливайте. Кадру прожмись. Надо подождать. Это я мобили. На Зойле. Ману Маликету. По кресту. Полипалу ману. Что он залил? Тотем. По тотемам ШП. Так. Лопасос. Дай по Вибе. Тотем. Тотемы сливайте все, пожалуйста, ребят. Без прыжинки сейчас. Надо
А, блядь, тотем оков земли. Там присты могут его с одного удара убить. Если повесить чуму. А он АУЕ вообще никак не льется. Нет, не берет. Катаем огненного вон. Ну сотем, смотрите, ребята, тотем появился же, ну. Алло, ребята, ШП, блядь, сейчас 7 ГП нахуй, по 1000 нахуярю. Сказано за тотемами следить, чё, нет нахуй. Непонятно. Милики в босса, да? Нет, милики по звезде. Все по звезде играем. А ману тогда спойте. Поешь он. Гимна ману. Медвей я прохил. Да нету пофиг. Сейчас просто ауру поставлю. Вихрь. От вихря отходите. Скажешь. Давай. Косты сбейте. От вихря отводи. Что замораживать? Ну, морозит. Хильте. Когда убили? Там босс главный, вышел. Там просто тотем огненного сполоха. Херачит по РДД. Даю этот, как его, по холипалу диван, ложимся. А, что он тотем поставил под меня, босс или кто? Да, босс. Да, босс. Каждый раз, когда убиваешь кого-то, Войд, он, босс главный, типа, берет его способность. Угу. Ну все, сейчас треснем, сейчас убьем, в чем проблема. Этот не проблемный, да, череп. Вот проблема. Значит, чё, давайте так, потому что бредятина начинается. Как его? Милишники. Начинаете играть по... Давай по боссу. Я так думаю. Я первый подпас. Или, смотри, там должны шипешников есть баг. Если вы повесите на него чуму, он сольется с одного удара. Кто? Тотем. Который 875 тонн? Да. Ну, Тём, ты начал орать, да, вот это за ГП. Извини, когда я был в тучке, их не сливали. Ну, ты начал орать за ГП, потому что остальные не сливают. Это надо всем крестам делать. Ребят, вы не смотрите в клавиши. Блять, это не соло-игра, где вы покажете цифры, и босс ложится. Здесь надо делать. Это был первый трай первого босса, которого вы ни разу не видели, блядь. Какой ЭГП на? 2-3 трая еще будете тупить, тогда уже мой новый паш ЕГП. Ребята, есть такая простая команда. Пишите /c, пишите имя тотема. Тотем такой-то, такой-то. Берите из пути водителя. На следующей строчке напишите /cast. А там он разные выбирает. Разные сливают. Кого разные? То есть, по сути, это... Мы разные. Если сливаешь всех мелких, это же бесполезно. Что разные еще раз? Мы разные ставят каждый раз. Не каждый раз один и тот же. Разные ники у них. А, там тотем около земли, либо еще какой-то. Да, тотем какого-то прилива и тому подобное. Просто так, там таф нажали и слили. Так, если это... около земли бесполезно ничего не делает, то остальные, так как огненный, убивает. Ну просто огненный тотем вам будет проще слить макросом, а те выбрать уже. Они не так опасны, правильно? Ну так-то ну, тоже. Так. Поэтому напишите этот макрос, все присты, и нажимайте его. Делаем все то же самое. Пускай какой-то прист со мной останется, потому что появился тотем, я его не солью. Давай, босса. Зоэл, ты потом после убийства креста садишься на босс. Чего? Если вы не можете написать макрос, ну давай сюда, мне без разницы.
А это баг, что он чумой только сливается? Давай только вот этих мобов убьем. Биби, там ходят мобы вон сзади, если что. Там еще две бабы ходят. Я посмотрел. Еще две бабы подойдут. Ну, вон еще есть. А вы не хотите держать босса там, звезду, что ли? Нет. Череп-крест тут. Тогда звезду ближе надо ставить, не? Не, нормально. Для меня-то ходит паладин, чё, у меня 4 хила. А что это даст, что мы поменяемся? Я написал макрос, в общалку скинул. Кто не умеет писать макросы, скопируйте из общалки кресты шипышники. Сейчас еще одну бабу приведу. О, боешка. Ну, сейчас заберу. Шурики. По ведьме сыграли, потому что она дает сало. А Трезубец он чё кидает? Чё, он сначала шотал всех, а потом перестал шотать? Как это понять? Он кого-то шотает, кого-то нет. Я не успел, но начали всем щитки. Зойлу прилетело чё-то 90% хп, кому-то фу. Я не понял, что за прикол, сжёг мне ману всё. А мне был добавка какой-то копье. Я окей. 50%. 50 тысяч хп, 50 этих. 50 тысяч маны. И того сливает за 10 секунд. Это вот это оно шотово, что вы говорите. Это что ты. А, еще одна боешка. Нет, это боешка. Сейчас разрубим. Нет, я в луте только что видел. А, ты типа забрал только. Там копье 30 тысяч урона наносит. Да, какой? БВ-шку паролем, не волнуйся. Ты этот, Шансун, кидай щиты в первую очередь на первую, вторую пати. Вот у них все РДДшники, у них по 30 тысяч хп, они сдохнут. Ты не будешь ролить по ЕПГП, ты кидаешь ровно нужные тебе шмотки, если сраливаешь, забираешь. Если сраливать наши, тогда по нашей, по ЕПГП. Уже в системе, так что не парься. Если ты только не в нашей гильдии. Нет, ты уже ухожу. Соответственно, веду череп сюда. То есть, Павел, главное захиль мишку эту. Так, чек на готовность. Проверили бафы свои. И смотри, еще один момент. Насчет сопротов я не вижу смысла, но я этот бой был без сопрота. Не тупо вот что-то. Для чего пьется сопрот? Когда идут РДД на звезду, то есть на приста пойдут, соответственно, у них этот, как его, она будет по ним магией шить. Максимум саппорта чего помогает, это ветерков, все. И... А, да, кстати, забыл. Бокрус, Уматума, Клыкач, ловушки на черепе. И бомжей даем. Ловушка со змеями. Чек на готовность. Нет бафа от еды. Свитков и насчет вихря. Шаг... Ну, не попадайте на вихрь, он дамажит не сильно, но уменьшает каст на 50%. Ну, миликом это пофиг. На 10 секунд. Чек на готовность. Отсчет на пул. Сопроты помогают на звезде миликом, если что, мастер. На чем? На звезде милика. На пол дали. Бомжей дали. Геру. Три стрикабур стану. Хотел сказать, не умеешь. И выйдет по воде.
Ебать. От вихря отходите. Бары есть. Тотемы. Бой прожимку. Карочка, давай по мастералу. Маша по пану. Ревостный прокнул. Быстрее череп сносим. От вихря отходите. По кресту. Блять. Сейчас туда прыгаю. Танка, друг, прожмись. Тотем. Второй тотем. Отлично. Что за бах такой? А кому-то на ману сплеть, у Шансунга нет маны. Зоил на ману. Тотем. О, Бивантуса что, будем давать дарник? Пока что нет. Тотемы. Что это там? Текст лол, дай гимна ману. У него берса есть? Да. 10 минут. Так, Зоил, оставайся на печеньке. Лишники по печеньке, играйте. Косты сбивать надо. Он хиляет. И пожиться, Эльрей, на иди. Давайте, может Помнина быть, изу. На огненном касте отходить будем? На касте, а не всегда. Тотем. Отлично. Хил, прохил. Отошли, отошли, отошли. Там буквально 15 метров. Ты вообще можешь зеленку прожать. Да еще на ману успеть. Финка, давай на ману. Отошли. С зеленкой. У кого на ману нет? Живани на ману. Тем. Да, прохил. Тотем, тотем, тотем. Точка. Прохильтами. Есть прожимка, давай. Да. Рога, следи за костами, сбивай тоже. Я сбиваю, не всегда энергии хватает. Ой, свет кофе. Тем. В штандарт уперся.
Да. Палу ману надо. У меня КД. Могу дать, у меня гимнас есть. Давай. Поднимите на фул ХП. Поднимите Вайда. Танкадру, дай иннер в холи палу. Маликет. Я забрал босса. Иди ищи. Стрей. Лич. Почти добили звезду. Все, убили. В босса пошли играть. Чуть хорошо. Ну, сейчас тестует, да? Если что, я перехвачу. Тотем. Каплю дал. Каст. Он не сбивает. Опа. Сука, отходить надо, вы что, блядь? Ничего, что приморозило будет. Приморозило. Не спойлить надо, значит. Да, он не сбивает. Да, у кого есть еще? Там надо отходить перед каждой заморозкой. Не надо, надо бэрить ненужных людей. Тёма, можно одного бэрнуть там. Кач. Реса. Кого вы бэрить будете, если у всех ходы? Кроме одного. Еще вот Чулана есть, да. РДД, РДД БРТ, он примораживает нас. Тотем. Тотем. РДД он нас заморозка. Отдал уже. Сколько там до Берсюка? Вот есть таймер? Нету таймера. Побыл, смотри. На Геру 3 минуты у вас. В принципе, должны убить. Ну да, это заранее надо убегать, а надо знать когда. Тотем. Через 10 секунд там гибло ХП. На МП, на МП. Тотрем. Нормально. Мага мало. Иступление. Угу. Кукач, попробую, когда он увеличивается, иступление снять. Тут, кажется, он снимается, ну, включая боль. Тотрем. Что если звезду не убивать, а вливаться только в босса, или не получится? Не получится. Ну что так? У него дамаг уменьшен. Исступление. Попробуй с ним. Не, нихуя. Понял. Это пэтовское исступление не получается. Тем. Вообще для ядов меткости надо 17% в заклинании. Так, а через сколько он убежит? Это без таланта. Бейте, лишнего флуда не надо. Тотем. Дал прожимку. Итак, у вас 17 секунд. Мне что-то кажется, что Берса не будет и купит. Берса. Вот она. Ну, все понятно. Вот этих 16, смертей да. Не надо и все. Ну у него просто нет массовых скиллов, он не шотает сразу, все, весь рейд. Не, меликам надо отбегать, по-любому, если хотим убивать.
Может надо быть... убегать, но надо какой-то ДБМ. Без ДБМ они все будут успевать. Может быть, потанчит Бокрус босса, а я подамажу. Его вошьет. Убьет его? Конечно. А чё у нас? Да, чё-то я не вижу текста в канале. Кто не видит? Так. Нажми на крестик. Так подбегите и ресните его, черепа. Мне уже моим соседа третий раз после лива с гильдии пишет, чтобы я его взял в гильдии. Ёб его мать. А кто? МС Седа. Рога. Так. Ребятки, давайте устроим перекур 5-минутный, если вы не против. Мы долго еще будем? Этого босса мы должны убить. Тыкните на шкаф. И еще одного, там и здесь. Это час, полтора, ты еще сможешь? Сейчас подойду. Ну, час, да. А тут кусок падает, да? Ноги. Тринька, да. Дробяшка, нихуя себе. Нифига себе. Угу. Вот это вот дробяшка. Надо убивать нас. Жалко, что там мастерство. ПВП вообще никак не сможет. Ну я не знаю, на Армса собирает мастерство этот. Ладно, в Прота собирает. Мистер Глорис идет. И что, как с ней? А сколько у него ГКД прока? Что значит ГКД? Ну, увеличивает рейтинг критического удара вашей следующей атаки определенно в течение 4 секунд. Возможный эффект при попадании. Типа, есть ли у него ГКД или нет? Ну, ГКД это глобальный кулдаун, составляет 1,5 секунд. Ну да, правильно, если есть один прок, он прокнул, потом он может прокнуть еще раз или нет, или какой-то у него ГКД есть на этот. Ну, я думаю, при попадании, это означает, при прок может произойти при каждом попадании. Ну, я понял, но а есть возможность, типа, как у этих. Вопрос в другом, в попадании чем, автоатакой или скиллами? Автоатакой, скорее всего. Если только автоатакой, то со скоростью автоатаки, если скиллами, то прибавится еще больше шансов. Раз в 15-20 секунд примерно, вот что я хотел узнать. ГКД у него прока есть. Ну это не ГКД, это скрытый кулдаун. Ну, блять, типа можно считать как ГКД. Ну так ГКД я понял, я знаю, это на скиллы, которые, блядь. Откат скиллов. А такой, который обычно скрытый называется. Я его просто называю ГКД, а так-то мне похуй. Внутренняя ГКД. Типа как чешка прокнула через... Ну, например, ГКД на пушке есть такая же хрень. Можно... Это можно назвать как ГКД на пушке. Бокрус, давай в танк. Попробует. Угу. Или что, или он от этого... Вместо танка друга. Как? Или он боссом? Босс. Ну двоих с этот как убьем, я если что помогу на боссе, да и все, проблем-то нет. Он. В смысле? Чуть-чуть сместиться вот сюда, на край? Ага, все. Смотри. Бокрус. Вот тут где-то держишь. Правильно?
Нормально будет? Вот там, чтобы доставал холик, наверное. Наверное, должен будешь. Если чё, этот... Как у...